эти гук. В любом случае смертники, так ведь? Может вам вот такие, блядь, которые сильные, блядь, подойти по оружию. Оружие оставляешь? Нормально. Ну что, ты его лучше. Подходим к блокпосту. Ну вы подходите медленно, там все дела. Отвлекаете внимание и все такое. Вот. Кидайте им гранаты, ложитесь, и мы в это время, пока они разбегаются, мы подбегаем и их хуярим. А может быть они с гранатами прям туда к ним придут? Да. И там сами подорвутся? Нет, зачем подрываться? Подходите, здорово, мужики. Куда? Да. Они, естественно, у них рефлекс работает, куда-нибудь сныкаться, правильно? Ну что, пойдем, погнали. Слушайте, мы только вот как раз те, кто с оружием. Так, надо их держать где-то. Ну, возле дерева какое-нибудь оставим. Ты че? Она там не кружит. Давай. Как только, да, ну, палец что, отпускаешь и все. Сейчас, блядь, пульнут по вам. Трех, взяли, да? Там? Нет. Подожди, ладно. Давай, Фишер! Да. А, правильно, еще и ножом. Спрячь его куда-нибудь, спрячь, чтобы незаметно было. Ты если сейчас из чеку будешь выдергивать, то пиздец. Вот, там подкрепление идет. Слушайте, подождите. Наше подкрепление идет. Пошли уже. Да давай, не надо, давай, это давай, долго. Давай. Пойдем, диверсию устроим. Мы уже диверсию делаем. Пошли. На запись поставь. Аля, бар. Ну, как раз сейчас можно под шумок, пока наши идут. Да. Так, внимание, дальше-то. Ну что, давайте, говори. За нами, слышь, объясните им, чтобы они сразу были. Далеко-то не уходите. Парни, стоп. Стойте. Там всех выселили, вылазите. Фишер и хомяк, как устроите резню? Обратно за стволами. Блять, мы не успеем добежать, надо ближе выходить. Нормально. Нас запалили, походу. Да и похуй. Нервно простреливают. Сколько там их на посту? Человек 5, я думаю. Бля, как его точило прям вообще. Эти демоны по бездорожью стреляют. Их на базе всего человек 4. Что они делают? Что опять? Вызовите по рации Андрея, пусть он возвращает тачку, мы ей будем прикрываться. Да зачем? Зачем? Вам? Это нам нужно прикрываться. Они по нам, ну, даже по голым будут стрелять. Да. Чуваки сейчас сказали. А так они поймут, что вы хотите диверсию строить, если вы будете идти за машиной. Понимаете? Понятно. Ну, зачем нам это? Это нужно в две волны тогда. Вы кинете гранаты, будете там их хуярить. Мы в это время подойдем. Давайте, мужики. Андрюха говорит, сухой говорит, что сейчас так и будет. А зачем возвращаться, если мы здесь хорошо стоим? Ну и конечно, будет тогда они быстрее делать, потому что мы... Андрей, давайте, мы вас здесь ждем. Да, блядь. Ну ладно, погнали уже, все, хватит. Здесь сидят уже. Короче, что нам делать? Идите, взорвите, мы вдвоем их всех убьем. Да? Давайте. Но пасаран, ёпта. Интересно. Сейчас посмотрим, что из этого получится. А давайте не пойдем теперь никого убивать. Может, не пойдем? Извините, мужики передумали, да? Я вообще-то за кустиками. Блять, это будет эпично. Угу. Он видео включил? Да. Хорошо. Ай, жопа мерзнет. Где, в каком месте? О, прям по прямой. На крыше, да? Нет. На хомяк-то не должен встать. Мы из ментовки пешком уходили. Обезьянника, блядь. Где у них флаг висит, там девчонка ходит. Нам бабу надо освободить, кстати, да. А она где находится? На блокпосту. Прямо за нами пали. Давай уже. Время. Подожди, они сейчас... Как мясо начнется, тогда да. А сейчас что толку? Тут мясо, оно как начнется, так и закончится. Нормально. Ломанемся. С
Сразу же, как гранаты в ней кидают, сразу бежит. Да, как гранат кидает, сразу. Быстрее, 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 мужики! Подходим! За машиной! Рано кинули. Уже все, там уже направили на нас. Не, не, подождал, пока зайдет человек. Мы даже немножко передержали. Мы снесли где-то, наверное, человек 6. Да? Молодцы. Или нормально там. Я же говорю, я захожу за того парня вот так вот. Ага, да-да-да-да-да. Спину чуку дергаю. А как раз там народ выходил. Ну давайте. Ha ha.